в Америке Рахманинов приобрел огромную популярность и возможность заниматься творчеством совершенно свободно, без всяких ограничений, в то время как в Советском Союзе его музыка оказалась под запретом. Но высокое искусство не подчиняется ни политикам, ни правителям. Оно всегда побеждает, оно не знает никаких границ и всегда всех объединяет. Этюд-картина Эс-дур, сочинение 33, этюд-картина Джимол, сочинение 33, юмореска, сочинение 10. Исполняет Никита Ковалев. Лауреат.